Это ребенок маленький такое делает? Положи пакет! Успокойся ты уже! Да успокойся ты, сядь! Обалдеть. Вот, Варя ответила! Ты что, я все-таки написал? Да, приди! Зачем ты это сделал? Все, точно маме расскажу. Что ты ей расскажешь? Что ты меня взрывал. Этого не было. Как ты ей можешь рассказать? Она не поверит. Вечно. Она не... Сколько ему лет, вы говорите? И ну, вот только 10 исполнилось. Ну, Игорь все время мне говорил, мама, что то меня запирает где-то, то ругается на меня, ну так... Почему она тебе рассказывает это? Она тебя еле знает. Нет, она меня хорошо знает. Тупой, тупой, тупой! У меня нет слов. Я тебя кушать хочу! Мама придет и покормит тебя. Ты можешь мне не мешать? Да она не скоро придет. Ты должен мне сделать еду. И наказанный будет по полной программе. Что, я не слышу опять? Да не мешай мне делать уроки, ну я тебя прошу. Почему ты это делаешь? Ты был нормальный, а стал таким вот. Потому что ты меня уже достал обижать. Чем я тебя достал? Это ты постоянно ко мне лезешь. Не лезу к тебе. Что ты там делаешь? Как так-то? Такой маленький, так...